А ты он сам вылезет. Сейчас я вот здесь еще поднатяну. И, блядь, нормально будет. Вовка, ты. А что ты же, блядь, сжимаешь? Я ж тебе сказал туда. Не о, блядь, она не должна. Все, поднимаю машину. Идет, пока поднимается. Идет. Как колесо? Да чего, там минус уже, по-моему. Поднимай. Чего? Да, пружина вбили. Нихуя. Посмотри, ты, туда, нихуя. Такого еще никто не видел, бля. Ютуб вообще оглох. Слушай, а как, пружина там здесь стоит? Нихуя ты его, блядь. Пружину надо снимать. Залез, кот в пружину залез. И как его вытащить? Опа, у вас что, три стяжки, да нормально все? Три. Опа, пружина пошла, все, что? Хуя кот в пружине. Вышла пружина. Короче, его надо и будет назвать там. Сейчас посмотреть, то пружина его и прозвать. Псевдоним Прадик, нахуй. Прадики же достали, нахуй. Да все, вытаскивай, хуль ты мозги ебешь, сейчас сам помогу уже. Леха, залезь, помоги ему. О, блядь, слышь, ну коту походу попало. Давай, вот так его вытаскивай, Вова. Да давай, еще на голову нагрузки. О, ну-ка давай его сюда. Все, вынимай его. Вынимай, все. Вот как он вот есть, много. Вот он счастливец. Ой, он трясет, смотри, он в шоке. Да, то нихуя просто. Вытаскивай, тихо. Он еще не пролез вчера. Красава. И он за жопу вытаскивает. Ничего, ты лапу не зажали ему тут? Живой. Живой, за жопу вытаскивает его. Через голову он не пролезет ни хера. Вот сюда, нет, и направление ему дай вот сюда. Да не, он маленький, он через голову пролезет. Вот туда, вот сюда, да не надо ему сюда, ему надо вот сюда. Он поймет, что бошку, он жопу там завернул. Раскручивать пружину надо, не тряси. Нет, через голову, вытаскивай через голову. Раскручивай его мозги, Игорь. Лёха, держи пружину, держи. Назад будете ставить. Пружину, держи. И да держи. Что, лапу надо только поправлять. Ладно, стой, не тяни, да ты его хуяришь, не тяни. Лапу надо поправлять. Ой, лапу вот. Не сломает. Все, вот он. Держи. Вот он счастлив. Сука, покажи его на камеру. Вот он, рыжий ёбаный. Персик, блядь. Бедолага, так. Живой, все. Хозяин пружил. Пускай побегает, разомнется. Сиди и угораешь, блядь. Ты бедный, блядь. Вот в этом крокодиле он застрял. Ну все, его теперь освободили. Нормально. Живой. Вот. Невредимый. Правда, теперь хлопот доставит, поставить пружину обратно. Ну ничего. С этим справится.